Знакомьтесь, это дроуни. Дроуни – это селфи, сделанные с высоты полета дрона или коптера. А сами дроны и квадрокоптеры – это небольшие беспилотные летательные аппараты, которые управляются дистанционно. Я Ралина Киряева, и это «Полторы минуты». Практически каждая новая массовая технология создает свою форму современного искусства. Селфи, например, были рождены фронтальной камерой смартфонов. Квадрокоптеры же чаще всего используются для фото и видеосъемок с воздуха. Теперь им найдено новое применение. Дроуни появились и начали приобретать популярность примерно 8 недель назад, после того, как об этом явлении написали такие издания, как Wall Street Journal. Кстати, дроуни могут быть не только видео, но и фотографиями. Ищите новый формат в Инстаграме по хэштегу «Дроуни». На данный момент их выложено всего 592. Для сравнения, фотографий с хэштегом «Селфи» более 125 миллионов. И страшно представить, сколько селфи не помечено тегами. Но все впереди, и согласитесь, что смотреть чужие «Дроуни» гораздо интереснее, чем чужие селфи.